Итак, сегодня я скажу свое мнение об драконе Девять миров. Я не смотрел ни одной серии, я уже по трейлеру понял то, что, ну, не хочу никого обидеть, то, что данный сериал будет, так сказать, дерьмовым. Просто разве это похоже на ночное сияние? Вот, например, сравните Беззубика и вот это ночное сияние. Даже если вид сверху посмотреть, то ясно, весомое отличие. Можно сказать то, что это фурия, уже даже не фурия. Даже в строении, анатомии головы, ушей очень много отличий. Конечно, есть у меня такая теория, то, что фурия так деформировалась из-за эволюции. Ведь со времен викингов и драконов могло пройти лет так немало, и поэтому драконам пришлось, собственно, эволюционировать, чтобы выжить в новой среде. А еще, как вижу, там показали новых драконов, возможно, из классов когтевиков, водных, и я не знаю, но сериал смотреть я пока не собираюсь, потому что мне просто страшно. Да и при том мне уже успели доложить о том, что данный сериал уже как бы не будет являться чем-то похожим на оригинальное КПД. Да, я не отрицаю, я еще не смотрел сериал, но мне уже успели доложить фанаты КПД то, что сериал вообще близко не будет чем-то похожим. Я надеялся, то, что этот сериал будет чем-то похож на мир юрского периода «Меловой лагерь», но все мои желания упали в крах. Я не хочу никого обидеть, потому что я понимаю то, что у этого сериала уже, наверное, появились фанаты. И я сам обещаю вам то, что обязательно посмотрю хотя бы одну серию. Если мне взойдет, то буду дальше смотреть. А если не взойдет, то, ну, собственно, я просто закрою глаза на это искусство. Просто посмотрите, как рыбный наггетс пропадает, даже не успевая долететь до рта белобрысого Срикинга. Просто я хз, как его зовут, буду называть его белобрысый Срикинг. Думаю, так актуально. На этом мое мнение закончилось. Попробую посмотреть сериал. Если мне взойдет, я уже говорил, буду смотреть и, возможно, будут эдиты по этому сериалу. Если не взойдет, то я уже закрою глаза на данное произведение искусства. Просто я слишком заядлый фанат КПД и могу придраться к этому шедевру, потому что он не похож вовсе на КПД, а на какой-то мультик для современной молодежи. На этом я заканчиваю данный видеоролик. Всем удачи, всем пока. Желаю удачи и прекрасного просмотра данного произведения искусства.